Ladies and gentlemen, thank you for coming today. This was a show to remember. Not saying goodbye, because we were glad to entertain you. Europe lost its greatest payment. When you laugh, when you smile, we're happy for a while. Show was marvelous and funny. We're thanking you for coming. See you soon, dear friends. Circus magic never ends. Цирка Гии Эрадзе. А мы начинаем второе отделение программы Б Международного фестиваля циркового искусства «Цирк без границ». И открывает его Карлос Брышани, дрессировщик родом из далекой Гватемалы. Карлос начинал работу в цирке ассистентом, потом был клоуном, гимнастом-акробатом. И только потом начал работать с животными. Сначала с верблюдами, слонами, пантерами и уж затем с тиграми и львами. Карлос уверяет, что лучше всего, по его опыту, дрессировке поддаются именно хищники – тигры и львы. И непосредственно с ними он выступает уже более 15 лет. Дамы и господа, аттракцион «Дрессированные хищники». Руководитель Карлос Брышани. Гватемала! Thank you.
Карлос Брешани, Гватемала. Сколько раз в жизни вы слышали, что тиграм мясо в цирке не докладывают? По-моему, в Гватемале даже лишнее дают. Давайте поаплодируем этим толстым прекрасным тиграм, друзья. Они же очаровательные. А я напоминаю, наш фестиваль «Цирк без границ» проходит в Санкт-Петербурге вот уже второй год подряд. Так давайте посмотрим, как мы к нему готовились. Внимание на экран. В Санкт-Петербурге стартует второй международный фестиваль циркового искусства «Без границ». Фестиваль объединит лучших представителей цирковой индустрии под куполом старейшего цирка России. Зрители ждут 4 дня незабываемых цирковых представлений. Двести артистов мирового уровня. Четыре многотонные фуры декораций и оборудования. Более 6 месяцев репетиций и тренировок. Более 150 эксклюзивных костюмов, специально созданных для фестиваля. Главными режиссерами фестиваля стали заслуженная артистка России Елена Петрикова и заслуженный артист России Гия Эрадзе. Организаторы фестиваля – Министерство культуры Российской Федерации и Российская государственная цирковая компания. Наступило время представить членов нашего международного жюри. Дамы и господа, директор и художественный руководитель Донецкого государственного цирка «Космос» Юрий Кукузенко, Россия.
Директор и художественный руководитель Симферопольского цирка Борис Тезиков. Россия! Художественный руководитель театра «Уголок дедушки Дурова», народный артист России Юрий Дуров. Россия! Генеральный директор Armani Organization Ахмед Экши, Турция. Советский и российский актер театра и кино, певец Алексей Маклаков, Россия. Государственный секретарь по культуре и министр по возрождению циркового искусства Петер Фекете, Венгрия. Директор и художественный руководитель продюсерского центра «Королевский цирк» Гия Эрадзе, заслуженный артист, Россия. Директор казахстанского государственного цирка «Алматы» Максат Джаиков, Казахстан. Генеральный директор китайской национальной акробатической труппы Ли Чи, КНР. Мы продолжаем знакомиться с участниками фестиваля. На очереди Казахстан. Господа, а вы знали, что именно в Казахстане находится самая высокая телебашня в мире? И самая высокая в мире дымовая труба. А между Казахстаном и Россией проходит, между прочим, самая длинная в мире сухопутная граница. Быть может, после выступления артистов из Казахстана мы услышим еще и самые продолжительные аплодисменты. Дамы и господа, акробаты на мачте, Газзак под руководством Адлета Тиканова, Казахстан! Казахстан! Thank you.
Чеканова, Казахстан. Окей, давай. Нет. Момент. Перфект. Мистер, не. Момент. Мистер, луки-лук. Пожалуйста. Окей. Все, давай. Ла-ла-ла-ла. Найн. Перфект. Катастрофа.
Момент. О! Вау! Нет. Вау! Не, мистер. Не, мистер! Эй, момент. Мистер, луки-лук. Mis läbises? Niet! Vete buscar mis läbises. Moment. Look. Αγαθό. Moment. Wow! Perfect. Okay. Perfect. Ach. Madame, moment, madame. Look. Okay? Okay. Look. Спасибо большое.
Друзья, как мы уже говорили, наш фестиваль организован Российской государственной цирковой компанией. Давайте же посмотрим на экран. Росгосцирк – крупнейшая цирковая компания в мире. Мировой бренд со столетней историей. А еще это колоссальный опыт и традиции, богатая и порой героическая история. Объединяет 37 стационарных цирков в регионах России. География Росгосцирка от Санкт-Петербурга до Владивостока. Каждый филиал компании является центральным учреждением культуры города. Коллектив Росгосцирка – это 3500 человек, 1500 артистов, 1100 цирковых животных самых разных видов, 290 номеров и аттракционов. Артисты Росгосцирка становятся победителями международных фестивалей по всему миру. Филиалы Росгосцирка посещают более 5 миллионов человек в год. В 2022 году социальные мероприятия Росгосцирка посетили более 110 тысяч человек. Более 30 стран мира принимали участие в фестивалях Росгосцирка. Зрителей нашего фестиваля, приехавшие из Италии братья Салли. На самом деле, дуэты братьев, как правило, добиваются огромного успеха. Ну, посудите сами. Самые успешные братья. Братья Люмьер, братья Гримм, братья Стругацкие. Братья Ротенберги. Ну да, по сравнению с ними братья Гримм и братья Люмьер не такие уж успешные получаются. Дамы и господа, ну а сейчас на манеж выйдут братья Джо и Карель Салли со своим уникальным и очень необычным номером «Гаучо Салли Бразерс Италия». Thank you.
Sally Brothers. Кстати, друзья, не знаю, может быть, вам интересно, у одного из братьев русская жена, между прочим. Спешим порадовать и наших юных зрителей. Международный фестиваль циркового искусства «Без границ» шагнул еще дальше. В этом году в дни основного фестиваля состоится первый уличный фестиваль «Без границ» детям. В мероприятии примут участие более 200 воспитанников цирковых студий и творческих объединений. Это юные артисты из Москвы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Ленинградской области. На фестивале зрители ждет большое количество мастер-классов по разным видам циркового искусства, спектакли уличных театров и многое другое. На фестиваль во взаимодействии с Министерством обороны Российской Федерации также приглашены семьи участников специальной военной операции. «Без границ детям» пройдет 16 и 17 сентября на открытом воздухе в инженерном сквере на Кленовой улице и будет доступен для всех желающих. Друзья, мы уверены, что оба фестиваля станут яркими событиями для всех участников и зрителей и останутся в памяти надолго. Безграничное детство и бесконечное творчество. Ну а мы продолжаем. Японию на фестивале представляет Акира Фукагава, жонглер дьявола. Чем жонглер? Дьявола. Родиной дьявола является Китай. Там он известен под разными названиями. Пустой бамбук, колокольчик болтанка, пустой колокол, звучащая тыква горлянка, варварская колотушка. Забавно получается. Англия – родина футбола, Америка – родина баскетбола, а Китай – родина дьявола. Ну, выходит, что так. Дамы и господа, жонглер дьявола Акира Фукагава. Япония! Thank you.
Акира Фукагава, Япония. Называется человек, жонглирующий дьявола. Диабол, диабольщик, диаболлер. Диаболист, между прочим. А, ну тогда еще раз ваши аплодисменты лучшему диаболисту из тех, что я знаю, Акира Фукагава, Япония. Ну а продолжает программу «Б» нашего фестиваля поистине уникальный номер. Акробаты на подкидных досках. Скажу даже больше. Акробатки. Собственно, в этом и заключается его уникальность. На манеже единственные в мире девушки-акробаты, работающие в этом сложном жанре. Обладатели высшей награды международного фестиваля в Будапеште вступают в борьбу за высшую награду нашего фестиваля. Большой московский цирк с гордостью представляет. Подкидные доски. Эхо мечты. Россия! Thank you.
Дамы и господа, я попрошу тишину в зале. Впервые в истории мирового цирка. Двойное сальто-мортале вперед согнувшись с поворотом на 180 градусов на одной ходуле. Исполняет Нелли Ауди. Абсолютную тишину в зале, у нас люди стали сверху хлопать. Пожалуйста, дайте сконцентрироваться артистке. Трюк исполняется впервые. Алексея Зарипова, Россия! Вот что значит женщины, вот что значит русский характер. Браво! А у нас есть еще одно уникальное обращение к нашему фестивалю. Внимание, на экран.
гости второго международного фестиваля циркового искусства «Без границ». Мы, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Константин Борисов, приветствуем вас с борта Международной космической станции. Что объединяет космос и цирковое искусство? Наше с вами неоспоримое лидерство. Россия была и остается передовой космической державой, а российский цирк – один из старейших и лучших в мире. Российская государственная цирковая компания собрала на одной площадке выдающихся артистов из разных уголков мира. Ведь цирковое искусство, как и космическое пространство, не имеет границ. Большой Московский государственный цирк, Большой Санкт-Петербургский государственный цирк и все цирки компании Роскосцирка – это сильнейшая цирковая сеть регионов России. Нам есть чем гордиться и что показать мировой публике. А совместно с артистами из разных уголков мира это будет незабываемый опыт, открытие неизведанного, но удивительно прекрасного. Хочется выразить особую благодарность Министерству культуры Российской Федерации за уникальную возможность провести это грандиозное мероприятие. Гостей фестиваля «Без границ» ждут яркие зрелищные номера, последние достижения отечественного цирка и, несомненно, новые рекорды. Каждый пятый житель нашей планеты желает дотянуться до звезд. Вы уже сделали это здесь и сейчас. Надеемся и верим, что и через 100 лет наши потомки будут с восторгом вспоминать события, участниками которого мы с вами стали сегодня. Поехали! Включите свет, окончен бал. Промчалось время кинолентой. Артистам цирка комплименты. Они живут в аплодисментах. Включите свет, окончен бал, финал. Под крики «Браво!» встанет зал, цветы бросая на поклоны и на прощание добрый клоун. Бис объявит карнавал. Включите свет, окончен бал, финал, финал. Манеж без грима на финал, не скрыть улыбкой слез. И пройден путь на пьедестал шипами алых роз. Как лед растает сердце стук в аплодисментах рук. И встанет зал, финал, финал. И только Yeah.
я с большим удовольствием приглашаю на этот манеж участников нашего фестиваля. В программе принимали участие акробатическая дорожка под руководством Андрея Демьяненко, Россия. Гимнасты на ремнях Moments of Love, Вьетнам. Соло-жонглер Мартин Макки, Испания. Дрессированные слоны Майли Бонни, Италия. Акробатический дуэт Алина Суворина, Джордан Смит, Австралия. Вальтиш на шарах тайны джентльменов под руководством Эрдене Нергуй, Монголия. Групповые ремни коронация под руководством Владислава Дулича, Россия. Дрессированные тигры под руководством Карлоса Бришиани, Гватемала. Акробаты на мачте «Казак» под руководством атлета Тиканова, Казахстан. Салли Бразерс, Италия. Жонглер дьявола Акира Фукагава, Япония. Подкидные доски под руководством Алексея Зарипова, Россия. Клоун Берти, Германия. Балет Росгосцирка и Королевского цирка Гии Эрадзе, Россия. Для вас фестиваль провели Яна Кошкина и неподражаемый Эдгард Запашный. Дамы и господа, артисты из 20 стран мира благодарят вас за то, что вы были сегодня с нами. Лучшие из лучших приехали сюда, к нам, с вами, в Россию. Великолепный город Санкт-Петербург, в один из лучших цирков мира, цирк Чинезели. Мы благодарим всех зрителей за вашу поддержку, за ваши аплодисменты. На этом наш фестиваль не заканчивается. Он только начинается. Дамы и господа, большое спасибо, что стали участниками и зрителями нашего международного циркового фестиваля «Цирк без границ». Еще раз благодарим вас за то, что были сегодня с нами. Приходите в цирк, любите цирк, берегите себя. Доброй ночи вам, друзья! До новых встреч!